13 серии турецкого сериала «Мерием» план Октая сработал. Мерием узнала о том, что Саваш и Гючлю сыновья Гюлюмсер. Она сокрушена этой странной новостью. Саваш идет к Мерием, чтобы добиться ее прощения. Однако в доме Сельмы их ждет большой сюрприз. Махмуд, бывший муж Сельмы, похитил ее. Из-за возникшей ситуации, несмотря на все разногласия, Мерием, Саваш, Гючлю и Бурджу решают действовать заодно. Они вместе выходят в Сельму и их ребенка.